Британский мультимиллионер и глава банка пропали во время крушения люксовой яхты на Сицилии. Их, а также еще четверых пассажиров ищут уже более 50 часов. Что стало причиной трагедии и чем осложнены поиски, Дарья Казак выясняла. У берегов Сицилии уже третий день идет поисково-спасательная операция. Здесь затонула роскошная парусная яхта. Один человек погиб, пропавшими без вести числятся шестеро, включая британского мультимиллионера Майка Линча и его 18-летнюю дочь. Спасатели полагают, что все они находятся внутри затонувшего судна. Водолазы смогли проникнуть внутрь яхты, но поиски осложняются глубиной, на которой она лежит, и тем, что проходы заблокированы обломками и мебелью. Надежды, что пропавших без вести удастся найти живыми, тают. Момент крушения запечатлели береговые камеры наблюдения. На них видно, что почти 60-метровая яхта ушла под воду сразу за пару минут. Виной всему стал внезапный и сильный шторм. Свидетелем трагедии стал капитан другого судна. Он в числе первых и оказал помощь пострадавшим. На нас обрушился сильный ураган, а после того, как шторм закончился, мы заметили, что судно позади нас исчезло. Потом мы увидели красную сигнальную ракету, поэтому мой помощник и я отправились на место и обнаружили дрейфующий спасательный плот. Всего на суперяхте находились 10 членов экипажа и 12 пассажиров. 15 человек, в том числе жена техномагната Линча и годовалая девочка, успели спастись прежде, чем парусник перевернулся. Позже с ними работали врачи и команда психологов больницы Палермо. Эксперты предполагают, что кораблекрушение произошло из-за водяного смерча. Это можно назвать эффектом черного лебедя, поскольку такие природные катаклизмы абсолютно нетипичны для Сицилии. Она не славится своими торнадо или водяными смерчами. Я верю, что власти докопаются до сути, потому что есть свидетельства выживших и очевидцев с других судов. Выжившие пассажиры рассказали, что Майк Линч организовал прогулку на яхте для своих коллег по работе. Среди пропавших без вести также его юрист и его друг, глава крупного британского банка. Затонувшее судно находится на глубине 49 метров. Спасатели не прекращают поиски даже ночью. Дарья Казак, Первый канал Евразия.